Здорово, народ! Приветствую всех, друзья! Ну что ж, мы продолжаем наше прохождение Resident Evil Village. Так, что у нас по патрончикам? По патрончикам все хорошо. Погнали. Несемся в замок и давайте искать эти Димитреску и всех вот этих чертов и свою дочку. Потому что, ну это вообще жесть, что творится. Нас загнали и сделали из нас пацана просто, которого боится все. Замок Димитреску. Может, Роза здесь? Может быть, она и здесь. Ну, давайте поищем. Так. Угу. Бабки забираем. Безрезультатно. Окей. Значит, нам нужно идти туда. Что здесь написано что-то? Так, три дочки. Белла, Кассандра и Даниэла. Окей, всех мы их... Так, что здесь? Ник доставил одного мужчины, три женщины. 28 января. Матерь Миранда, встреча с госпожой Димитреску. Герцог, деловые переговоры. Ну нахер, блядь. Перезаряжаем. Так. Окей, заперто с другой стороны. А где мы идем? Прекрасно. Патрончики на... В окошко можно? Нельзя. Ладно, идем дальше. Опа. Так. Тихо. Что здесь творится? Пойдем пробежимся сюда. Понятно. Хрен откроешь. Укрой маской слепой взор. Бля. Ищешь Розу? Вы кто еще такие? А, девчонки, девчонки. Привет, красавица. Здравствуйте, девчонки, по одной. Да ты, сука, издеваешься. Да, кровь. Нет. Здравствуйте, девочки. Мама, прими добычу. Дочки, вы так заботливы. А ну-ка, посмотрим. Вот она. О, Итан Уинтерс. Ты сбежал от моего братца и его забав? Ну, конечно. Ну, посмотрим, каков ты. Да, мама. Да, мама. Что ты издеваешься? Ну, ты хотя бы штаны сняла. Уже начал подтухать. Тогда скорее пожрем его плоть, мама. Но это я его поймала. Не все сразу. Я сообщу матери Миранде. Но потом... Нам хватит на всех и каждую. Подвесить. Не надо. Что вы делаете? Что? О, подожду сколько хочешь, Итан Уинтерс. Охренеть. Отпустите меня! Боже, сумасшедший. Аривидерч. Ну ладно. Как я теперь сбегу отсюда?
А я так и буду здесь висеть? Охренеть. Я еще пух. Да ну не гони, ну как? Ссора чокнутых ведьм. Да ну, блин, это жесть. Жуть. Так, алый бокал. Ничего интересного здесь я не вижу в этом. Окей, ценная. Жесть. Бедолага Итан. Ладно. Сумасшедшие бабища. Воевать с этими, блядь, женщинами. Неадекватками. Ужасными. Так, а куда идти вообще? Опа. Угу. Ну понятно. Заперто с другой стороны. Девы урожая. Здесь мы взять ничего не можем. А, разве что. Замок несложный. Замок несложный, но у нас нет отмычки. Ладно. Придется нам отправляться туда. В темное место. Охренеть. А вот это уже мне не нравится. А вот это уже опасно. О, боже мой, сейчас начнется. Так, тихо. А почему? Блин. Ну нахер. Я не хочу туда идти. Так, а можно мне... Хорошо. Так, там что-то вылезло, что-то открылось. Куда они забрали Розу? И тут открылась дверь. Что это такое? Так, ангел гнева бросает яростные взгляды свысока. Сюда что-то нужно вставить. А, ну ясно. Загадочки, которые нам нужно будет разгадать. Так, что у нас здесь? У нас здесь есть предметы. Вот, выбрать. Глаз. Все, хорошо. О! Мы снова встретились. Герцог, зачем вы здесь? Тут можно подзаработать. Отлично. Удалось ли вам найти свою дочь? Нет. Если малышка Роза и впрямь тут, хозяйка замка наверняка держит ее в своих покоях. Логично? Димитреску? Она самая. Попробуйте поискать там. Вдруг повезет. Да и, кстати, купите что-нибудь. Ну, давай посмотрим, о, что... О, чудно. Я как раз думал, чем бы себя занять. Так.
Отлично. Как всегда, честный, справедливый обмен. Хорошо, теперь мне нужно... У меня есть новинки. 5900, темп стрельбы. 4000, перезарядка. А, 2,5 перезарядка, да? Позвольте мне. Хорошо. Так, теперь дробовик. 4000. Нет, нам нужны патроны к дробовику. Припасы. Что это такое? Это... Охренеть. Это что? Это что такое? Ага, скорострельность увеличивает. Это для дробовика. Ну давай, а что делать? Заходите еще. Так, здесь... Ага, тут можно что-то положить, и мы что-то получим. Окей. Это все интересно, все классно, все замечательно. Погнали. Сохранимся. Так, все. Сейв есть. Так, там мы были, ну пошли. Блядские сестры. О, хорошо. Я тебе все тут разобью, блядь. Курица ты. Так, где наш RTX? Есть, отражение есть. Красота. Ну, он здесь слабенько реализован. Так, запер с другой стороны. Ну, пойдемте наверх. Хорошо. Патрики нам очень нужны. Тут нету, ничего нету. Пошли. Сейчас, блядь, по-любому какая-то ведьма... О, хорошо. Есть аптечки, есть. Так, записка. Винодельческие традиции замка Димитреско зародились еще в 15 веке, задолго до появления нынешних его обителей. Альсина Димитреско использует знаменитый, но необычный метод, чтобы усилить аромат вина и придать ему насыщенный вкус. Ее лучшая марка Sanguinis Virginis. Sanguinis Virginis, то есть кровь девственницы, ее хранят в особой бутылке, украшенной серебристыми цветами, серебряными цветами. Сюда тоже нужно. Ага, сюда нужно будет положить бутылку. И тогда нам что-то даст это. Правильно? Семейное фото не подойдет, да? Эх, жалко. Ну, окей. Идем дальше. Пошли сюда. А вот тебе и око. Ну, все, в принципе, пока легко и понятно. Так, бабки. Бабки нам нужны, чтобы этому Куплинову... О, блядь. Фу. Давненько я мужиков не вскрывала. Я тебя повешу, вскрою глуп. Взять живым или мертвым? Сам что выберешь? Я больше не могу терпеть. Иди нахер! Все, слава богу. Спетляли. Но мы еще вернемся.
Так, ты что еще такое? 9 июня 58 года. Отработала первый день в замке. Я была поражена, увидев, что здесь служат исключительно женщины. Мне строго-настрого наказали никогда не злить госпожу и ее дочерей. Весьма неожиданно. Так, ну что ж, отправляемся в это ужасное место. Так, что у нас? Нож. Есть у нас. Музычка играет. Опа. Мне нужна та бутылка. Так, патрики есть, это хорошо. Но мне нужна та бутылка. А здесь я не выйду, да? Ну понятно. Скотина эта длинная закрыла. Так, а вот здесь можно что-то? Здесь нельзя. Ладно. Куда идти? Так, окей. Но нам нужно идти сюда. Мы же здесь больше нигде не пройдем. Тут закрыто, тут назад проползти. Да не, точно не назад. Назад, Итан, иди. Конечно. Включай мозги, Дима. Включай мозги. Давай, надо этот свет включить тут. Похоже, это можно раскачать. Отлично, пойдем в подземелье. Ёпа-мать. Я ни хера не вижу. А вот теперь будет. А вот теперь будет жесть. Ну нахер. Ой-ой-ой-ой-ой, как же ж. О, там свет. Help me, brother. Так кто бы мне помог? Слушай. Вот это... Охренеть. Мать, они тут держали по-любому людей. Насиловали их просто. Отрезали им пиписьки. Так, кандидаты, ну ясно. Вот, видите, что они с ними делали? Боже, главное, чтобы кровь стекала. Твари, я вас уничтожу, убью. Ой.
Ирина, здоровый аппетит. Михаила, здоровый аппетит. Лой, здоровый аппетит. Ингрид, нервозность, порой сильно встревожена. Ясно. Это ничем... А, блядь! Фу, прошу прощения. Это, блядь, неожиданно было. Опа. Опа. Слышу. Ну здравствуй. Да ты! Блять, сколько вас здесь? Блять. А вот он вылез. Так, хорошо. О, здравствуй. Саян, я на геймпаде, это тебе не колду шмалять. Фух. Опа. В смысле? Да блять, откуда? Здравствуй. Есть. Так, ладно, идем дальше. Потому что, ну, страшно, однако. Оп, сыванулись. Окей, туда нужно... Давай постепенно. Не могу поверить, что Кассандра развела такой бардак. Иди нахер. Неведение, благо. Чем тебя зарезать? Пошла нахер.
Куда ты собрался, дорогой? Хочешь... Пули мне не страшны. Ты человечишка! Руки оторву! Сдавайся! Я тебя не прощу! Ублюдок! Как ты смеешь скалить на нас зубы? Что? Мое тело разрушается! Да отвали ты! Я вскрою тебе глотку и запущу внутрь червей! Только нет! Я устала с тобой сражаться! Как использовать? Умри! А что такое, красавица? На! Мы убили одну. Да ты шо, красота, мы одну навернули. Сучку-дрючку. Пошли проверим, что там было. Хорошо. Так, откуда мы вообще пришли? А, мы вот отсюда вы пришли. Пойдем проверим, что там было. Да, у нас тут еще и этот был. Хорошо. Мы тут насобираем патриков. Нам будет легче сражаться. Так. Получается, нужно было выйти сюда. Обставить мы... Ну, это сокровища какие-то. И здесь нужен какой-то особый ключ, друзья. Так, мы одну сестрицу, девицу убили. И это очень круто. На самом деле. Пойдемте дальше, посмотрим, что там. Ну, обалденно сделано. Очень интересная игра. Не зря она била рекорды. Вообще, это очень-очень круто. Так. Фу. Вот оно. Так, кровь девственницы. Да, это туда можно положить. Я знаю, куда это положить. Обалденно. Класс. Так, еще одну отвели в подвал. Она пролила суп. Все знают, что происходит в таких случаях. Ты исчезаешь без вести. Твою кровь выпьют, а проклятая душа будет бродить по коридорам. Я нашла ее. Только кожа до кости. Она доедала труп крысы. Чую, мне надолго осталось. Мне недолго осталось, ёшкин блин. Тут просто настолько проникаешься атмосферой, что... Оп. Этот текст тебе... Да ты шо? Красота. Дульный тормоз у нас есть. Вот там мы убили эту. Так, замок несложный. Но у нас нет отмычки. А у нас есть отмычка. И вот мы откроем этот несложный замок. Так, воришка преисполучен. Прекрасно. Так, ну, помнится мне. Когда я открыл здесь
Окей. Когда мы открыли здесь дверь, вышла Миранда это и как... Или как я? Леди Димитреску. И как наваляла нам. Есть. Так, это сюда, по-моему. А, нет. Не сюда, это на втором этаже. Давайте вставим одну из статуэток. А, нет. То есть мы этому чуваку, который здесь, можем... Благодаря вашей поддержке я расширил ассортимент услуг. Вам что-нибудь подсказать? Так, что я тебе могу отдать? На тебе череп, туловище, статуэтка, это. Но лекарство я тебе не отдам. На. Не нравится? По мне, так честная цена. Что у тебя тут есть интересного? Так, это все круто. Чё покупаем? Так любил приговаривать один мой друг. Урон, да? Ну, давай, наверное, перезарядочку улучшим. И на этом мы улучшим боезапас. Ага. Так, есть. Отлично. И, конечно же, давайте возьмем... На 3000. Да, понимаю, почему вам это приглянулось. Так, ну и 300, как говорится... Всё, спасибо отлично. За покупку, сэр. Отлично, отлично. Так, сливанемся. Хорошо. Что у нас здесь? Напомните мне. Угу. Я понял. Отсюда мы пришли. Тут была вечеринка, где они смоктали у меня. Кровь. Так, нам нужно подняться на второй этаж и поставить туда бутылочку. И получим, наверное, первую статуэточку. Вот здесь. Да, совершенно верно. Ну нет. Порох. Вот оно, да. Ключ. Ага. Да, я понял, куда мы теперь отправимся. Так, подожди, мы же здесь не прошлись, да, получается? Мы не прошли сюда, не сходили. Потому что здесь заперто. И мы не сходили сюда, здесь вообще некуда идти. Есть. Все, собираем все, что можно. Да, получается. Тут сразу та бабенция выскочила и давай нам хотела высосать всю кровь. Угу, да, да, совершенно верно. Мы побежали и... Так, здесь я так понял... Нет. Все. Да, здесь мы тоже особо... Ничего не рассмотрели. Ну и рассматривать здесь нечего. Идем назад. Я так понимаю, нам нужно все-таки идти на улицу. Ну и на улице мы уже пойдем, наверное, с вами в следующей серии. Поэтому, друзья, обязательно ставьте лайкосик, подписывайтесь. Могу устроить экскурсию. Да ну нахер! А ты можешь пойти нахер? Как ощущения? Да ну такое. Да отвали ты, а? В горле как-то пересохло. Отвали. Есть. Так, ну что ж, друзья, на этом закончим нашу серию. Всем спасибо.
и увидимся в следующей. Пока-пока. С вами был канал Десар, ставьте лайкосик, подписывайтесь обязательно на канал, если нравится вам Resident Evil, если хотите прохождение. И мы с вами продолжим. Ну что ж, пока.